всем привет и желание. Время уже после 6 часов, несмотря на это. Людей полно вокруг, и многие на море только вот приходят. Сегодня у нас тоже есть волночки. И они больше, чем вчера, однако. Так что сегодня смотрим волны купающихся людей в волнах. Вот так вот много людей на пляже. Это The Best Beach, какой он по номеру, я не знаю. Это Тосмур у нас, отель Paradise, RC Beach Hotel за моей спиной. Ну, такие сегодня волны. О, были большие, а сейчас уже почти нету. А нет, вот они, начинаются снова. Смотрим, как народ купается. Ну, чуть-чуть они были вчера поменьше, да, однозначно. Сегодня они не все время большие, но, в общем, побольше, чем вчера. Вот как много людей. Возможно, здесь и Арси, и Парадайс, этот хотел, где-то пляж. По-любому где-то здесь, потому что отель здесь. Здесь много людей с браслетами, кстати. Очень много. Солнце жарит сегодня, жаркий день опять. У нас 38 где-то в среднем. Почти все с браслетами, да, даже граждане Турции тоже с браслетами, я смотрю. Такие вот волны. Детям счастье. Много людей на лежаках повсюду. И следующий пляж, кафешки, тоже полно людей на лежачках. Они нормальные, они не мешают купаться, эти волны. Можно спокойно зайти в воду, можно спокойно выйти из воды. А главное преимущество пляжей Тосмура, в отличие от многих других, что когда даже есть волны, можно спокойно купаться в чистой воде, потому что, вы видите, она чистая, буквально 2 метра, и вода такая же, как всегда, то есть волны на нее не влияют. Тут нету такого песка, который будет мутить воду, и даже волны здесь можно купаться в чистой воде. Что люди и делают. Почему этот пляж и популярный? Потому что он максимально похож на любимые у многих пляжики мира. И до Кистеля осталось буквально сотня метров. Дальше начинается Кистель. Кто еще не выучил эту местность? Река Димчай, Кистель, отель Ла Бранда. В Кистеле тоже замечательное прозрачное море, но там немножко проблематично с тем, чтобы в это море попасть, потому что есть плиты, камни, и зайти в море не так просто, как здесь. Здесь вы видите, какая красота. Здесь вот этот, ну это не песочек, я не знаю, это мелкий-мелкий камушек, как перетертый. Песочком это не назовешь, хотя может быть он и с элементами песка какого-то крупного тоже. Много местных. Здесь уже дикий пляж, и все равно людей много, потому что много здесь жилых домов. Здравствуйте, показать вас, нет? Знаем, с Николаева. С Николаева? О, класс. Обожаю Николаев. Спасибо. Вы сразу, когда если кто меня узнает, и во время съемки, вы сразу мне это... Вы мне кричите, показывать вас или не показывать. Потому что когда такие видео я делаю, они у меня без монтажа, без пауз. Я бы вам мог дать померить, кстати, температуру воды. Потому что одному неудобно просто. Дело в том, что даже если без камеры пойти одному мерить, потом пока я выхожу... Ну, настолько мощное, допустим, либо солнце, либо еще что-то. То есть температура меняется на градуснике. Я вот померил воду, вышел, и пока я дошел до камеры, она уже может поменяться. Поэтому это лучше делать все в режиме, конечно, реального времени. То есть одному это неудобно, одной рукой снимать, тем более, когда волны, а другой держать градусник. Поэтому, конечно,
оптимально кому-то дать, чтобы кто-то померил. Здесь вот людей немного уже, потому что это пляжик без кафешки здесь. Но тем не менее люди есть тоже, и они есть повсюду абсолютно. Фух. Николаев, еще раз большой привет вам. Николаев обожаю. Хотелось пожить тоже в Николаеве. В Херсоне пожил, а в Николаев как-то ездил. Мне очень нравился. Хотелось тоже пожить в этом замечательном городе. Кстати, привет, Николаев, если смотрите. Мои любимые подписчики, которые из Николаева. Людей в море много. Кто хочет воду померить? Люди, выходим. Кто хочет померить воду? Кто хочет в YouTube? Много людей на лежаках, они почти все заполнены, ну через один или даже больше. Тут в основном местные плавают с браслетами. А есть вот люди с браслетами, да. Не только местные. Хочется посмотреть на Демчай, восстановил ли он свое бурное течение, которого не было несколько дней назад. Он не втекал в море. Хотелось бы дойти туда, не знаю. Чуть-чуть уже осталось, конечно. Может, и попробуем. Фух. Жарко, однако, солнце меня жарит, спину жарит, блин. Да, это уже не 5 часов, не 4, не 3, не обед, а уже сейчас, конечно, поспокойнее, но... Русскоязычные люди, живущие здесь, я думаю. Много. Малыша купают совсем маленького. Чуть меня не смыло. Идем мы к Демчаю. Людей поменьше, чем ближе к Демчаю, что-то людей поменьше. Посмотрим, сколько купающихся в реке. Холодной. Для меня она ледяная. Надеюсь, там брызги никакие не попали на объектив, потому что я не вижу просто. Волночки-то есть. Фух. У нас, наверное, одни местные уже вокруг. Любители Демчая, где вы? Все в основном сидят у берега, мало далекоплавающих, даже среди местных почему-то. Местные, казалось бы, должны плавать далеко, без страха, зато они умеют отстоять вот так вот на руках.
была стойка на руках. Есть, конечно же, смелые купающиеся в реке. Может быть, не так много, как было, когда я последний раз тут был. Но они есть. Фух, я уже реально еле иду, блин. Хочу в море. Ну, а полно, в принципе, людей купающихся. Полно. Все местные, конечно же. Там он они прыгают. Так, река сегодня. Люди, она опять, по-моему, не впадает. Там тупик, она не впадает сегодня в море. Фух. Демчай набрал глубину. И в море он не впадает сегодня. Как и последний раз, когда я здесь снимал. Дня два назад, по-моему. Спасибо вам за лайки. Это была у нас Алания, какой сегодня день. Я даже не помню, среда, наверное. Фух. Жарко. Даже возле Демчая жарко. Ну, не самый он холодный сегодня, бывает он холоднее. Может быть, градусов 20 даже сейчас он здесь. Но, тем не менее, это, конечно, по сравнению с морем, это адский холод. Даже 20. Все, привет из Алании. Всем хорошего отдыха, кто здесь, кто приезжает в ближайшие дни. Кто ждет своего отпуска, не дождется в сентябре, в октябре. Пусть время пролетит быстро, и вы... Прилетите в любимую Аланию. Пока.